Учиться на расстоянии, онлайн. В наше время это не новость, но тем не менее о том, что в Чебоксарах работает Республиканский центр дистанционного обучения детей-инвалидов, знают не все. С учениками и педагогами особенной школы встретились мои коллеги. Марина Николаева учится в 10 классе. Она из Алиховского района. Стипендиантка главы республики, активистка, участница различных олимпиад и просто красавица, школьную программу изучает дистанционно. Таким же методом в этом центре обучаются еще 32 ребенка со всей республики. Мы все-таки изучаем мнение родителей, их отзывы, желание своих детей обучаться в нашем центре, чем им интересно у нас заниматься. Потому что наши дети в центре живут полноценной школьной жизнью. Центр дистанционного обучения особенных детей работает с 2010 года. Программа рассчитана на учеников с 1 по 11 классы. Она ничем не отличается от обычной общеобразовательной. Только есть дополнительные занятия с психологом, логопедом и дефектологом. Выпускники центра дистанционного обучения ЕГЭ не сдают. Для них предусмотрены традиционные экзамены по билетам. И после их сдачи они получают аттестат. По скайпу мы обычно проводим уроки, когда у нас один ребенок, а когда вот два или более, мы работаем через TeamViewer. Программа TeamViewer очень у нас удобна тем, что одновременно могут работать несколько учеников, и при этом, то есть мы можем давать им задания, допустим, по сложности они могут быть разными, или по содержанию могут быть разными, и они одновременно на экране могут эти задания выполнять. То есть, и потом мы легко сравниваем, можем проверить, найти у друг друга ошибки. Там. То есть момент такой соревнования создается. Центр дистанционного обучения для детей-инвалидов относится к Чебоксарской коррекционной школе номер 2. Здесь могут учиться слабовидящие и слабослышащие дети. Для этого всем потенциальным ученикам необходимо пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. После этого они получают путевку для дистанционного обучения. Оборудование и доступ в интернет для учеников бесплатные за счет республиканского бюджета. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.